Новый начальник управления МВД России по Кировской области Сергей Солодовников, продолжая знакомство с регионом, глава областной полиции посетил Подосиновский район. Свое знакомство с районом Сергей Солодовников начал беседой с местным населением. Речь шла о проблемах охраны правопорядка. Критерием оценки деятельности органов внутренних дел в этой части для меня является одно. Человек от своей остановки до дома должен дойти так, ну, грубо если говоря, ему не должны ударить бутылки по голове, если, чтобы вам было понятно. Вот, и меры такие, я вам сейчас позже скажу, мы здесь в этой части будем применять, так как и на территории всего всей Кировской области. Жители высказали просьбу увеличить количество стражей закона на улицах. Решить эту проблему Сергей Солодовников предложил силами самих граждан. Несколько дней в неделю на охрану общественного порядка будут выходить офицеры полиции с дружинниками. С пятницы, ну, в общем, к концу недели эти посты начнут работать. Сегодня мы этот вопрос рассмотрим, я его сегодня закрою здесь. И будем требовать, вот у нас здесь начальник Сергей Львович, он будет отвечать. Дружинники пройдут начальную подготовку под руководством специалистов из областного центра, а за активную помощь в охране порядка будут предусмотрены различные поощрения. Кирилл Цесалятин при содействии пресс-службы УМВД по Кировской области, Вести, Кировская область.